Добрый день, мои друзья, мои уважаемые подписчики. Сегодня я вам расскажу, как приготовить тесто для пельменей. Примерно 3 стакана муки. Вот у меня. Делаем небольшое углубление в муке. Сюда выливаем одно яйцо. Разбиваем. Вначале я его разобью. Вот так вот. Одно яйцо. Добавляем щепоточку соли. Вот. Соль у меня, видите? Вот. Щепоточку. Добавляем примерно 1 стакан кипятка. Ну, не полный он вот. Вначале вот это вот яйцо все размешаем с солью. Все это как следует размешиваем. Теперь вливаем кипяток таким вот образом. Все это размешиваем. И в самом конце где-то 3 столовые ложки растительного масла можно добавить. В самом конце, как только уже тесто остынет, чтобы оно не заваривалось. То есть вначале вот так вот ложкой, как только оно остынет, начинаем вымешивать на столе. Кладываем все на стол, начинаем вымешивать. И в самом-самом конце где-то 3 столовые ложки растительного масла туда вымешиваем. Потом кладем где-то на час в холодильник, перекладываем в пакеты, кладем на час в холодильник, а потом начинаем на столе раскатывать. Стол также можно смазать растительным маслом. Вот и все. Очень простейшее тесто. Я пока вот растительное масло сюда не вливаю. Побольше чуть-чуть, как только остынет это все. Но надо все это быстренько-быстренько размешать. И тесто готово. Ну, в крайнем случае, где-то минут 20 в холодильнике оно должно отдохнуть. Но оно обязательно должно отдохнуть. И именно в холодильнике. Не в морозилке, а просто в холодильнике. Вот. А у нас погода. Сколько тут? 0 градусов у нас на улице. Хотя в Ютубе я смотрела, что... Не в Ютубе, а в Яндекс. Яндекс погоды показал, что минус 3 градуса в Воронеже. У меня почему-то на термометре 0 градусов показывает. Не знаю, почему такое расхождение. Ну, может быть, какой-то минус есть. Ну, вообще снега нет. Солнце с утра было, но сейчас уже нет. Куда-то скрылось вон оно за тучками. А так уже солнце стало выглядывать. Вчера было солнце. То есть скоро весна. Ждем весну.